Теперь новость последних минут. Посредство России при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по так называемому делу Скрипалей. Они изучаются. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ну а тем временем в самом Солсбери военные начали операцию по очистке мест, которые связаны с отравлением Скрипалей. Об этом сообщает телеканал Sky News. Три военных грузовика с контейнерами и мини-экскаватор прибыли к торговому центру, возле которого экс-сотрудника ГРУ и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии. Всего дезинфекцию проведут в 9 точках города. Дом Скрипаля и ПАП в последнюю очередь, они до сих пор считаются местом преступления. Очистку в Солсбери в нашем посольстве Великобритании назвали уничтожением важных улик. Дипломаты считают, что Лондон таким образом заметает следы постановочной провокации.